Когда-то 300 еврейских семей приютила Армения. Был такой момент в давней истории, в древней истории. В принципе же, для меня Армения — это дикое количество друзей. То есть это страна там великой культуры, страна первой, как государство, принявшее христианство. Ну поэтому Армения — это Армения. Армения, знаете, армяне как евреи, это вот особый народ. Он не лучше и не хуже, он просто другой. Вот евреи там считаются богоизбранным народом, хотя немногие понимают, в чем термин богоизбранности. Это не в том, что они лучше или хуже, а просто своим существованием они говорят, что Бог есть. Ничего больше. Вот нравится, не нравится, Бог есть. Поэтому каждый раз, когда кто-то пытается уничтожить евреев, это, как правило, такое богоборчество. Попытка уничтожить память о Боге. Армянский народ во многом продолжает эту традицию. Ведь не случайно армянский народ принял христианство именно как народ. И не случайно он через все пронес. И поэтому, когда я слышу в России, как какие-то идиоты кричат: «А, хачи пошли!» Я скажу: «Ты знаешь, что такое хачи? Ты вообще понимаешь, о чем ты понимаешь?» И выясняется, люди вообще ничего не понимают. Они не понимают, что это от креста. Они не знают, что произносит их род. И это тоже проблема.